Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, мистер Баннер, и сегодня мы будем играть в игру под названием Mountain, или на русском это гора. В общем, это симулятор горы. Все. Все, что я не знаю вообще. Я купил ее в Steam за 29 рублей. Практически за доллар, да? И вот что мне типа показали за эти деньги. Типа, вот ты купил, вот твои деньги, 29 рублей. Вот они. Играй, сиди. Я не знаю, что здесь вообще делать надо. И я тут вообще практически не знаю, что делать. По-моему, вот просто, ну как симулятор игры. Еще можно отдалить и увидеть космос. Да? Космос, я хочу тебя увидеть. Вот у нас космос, вот такой космос прям вообще круто, офигеть, вот это прикольно, вот это да, вот это, ну, вот это да, прикольно, офигеть. А интересно, это такие же горы, что, или это нам показывают, что типа мы живем на планете где-то вон там, а вот типа такие точечки, это вот такие горы светящиеся. Может быть, это задумка авторов, я не знаю. Я просто предположил. Так я даже не знаю, в чем, собственно, смысл этой игры. Что здесь надо. Я вижу, что в триллере. Вот так, ну там, конечно, в триллере все крутится, так. И я там еще видел фотографии, типа, скрины сделаны, там всякие предметы наложены на эту гору. Я не знаю, как это сделать, может быть. В скором времени произойдет, ведь искал даже на YouTube, ничего, никаких видео по этому нету, и поэтому по этой игре, по этому симулятору видео, ну там только американские, то парочку. Ну вот, собственно, и как бы все. Это вот наша гора с вами, и мы будем тут жить. Вначале мне типа сказали, что я бог и все дела. Я такой, Так, ну мы опять. Ух ты, там грибочки. Ребята, эти грибочки. Офигеть. Интересно, они галлюциногены или нет? Потому что если они галлюциногены, это круто. Я бог галлюциногенных грибочков. Так, ну ладно. Отойдем от этой темы. Вот, а всякие руды, что ли. Интересно, есть лава какая-нибудь? Да, кстати, если кто не знает и кто запустит эту игру в первый раз, если что, то на четверочку сделать полный экран. То есть как-то странно там сделано, что вначале типа дается такое маленькое окошко. Что это? I feel super chill inside this new day. Я чувствую супер детей в этом новом дне, что? Простите. Или я как-то неправильно перевел. Потому что я тоже мастер английского в своем роде. Кстати, даже отсюда видно метеориты. Я не знаю, вам видно или нет. Вон там метеорит. Интересно, врежется ли он в мою гору? Так, может еще на какие-нибудь кнопочки поднажимать? Что? Как-то методом тыка. Опа. Что за... Клево, тут можно музыку создавать, что ли? Йоу! О, вы только посмотрите на это! Светлячки! О, Майнкрафт! Это же просто божественно! Знаете что, я не пожалел, что вложил в эту игру 29 рублей. Я еще такой игры ни разу не видел. И прям мне не называли никогда богом в играх. Тут можно даже свою музычку делать. Сейчас запилю дабстепчик какой-нибудь.
Нет, не получается, дабстепчик. Можем вызвать дождь какими-нибудь комбинациями, интересно. Я вызвал дождь. О май гад, я вызвал дождик. Да я бог. Больше капай дождик. Мне прям бороды только не хватает, чтобы стать богом. Я бог, я офигеть. Да я сейчас симфонию напишу. В общем, я не знаю, что это за игра вообще. Но тут все довольно-таки круто. И меня напрягает это очень сильно. Но мелодии действительно, можешь создавать мелодию. Действительно, творческие люди могут зайти в эту игру и написать какую-нибудь музычку прикольную, которая будет успокаивать нервы, как, например, в самом же трейлере. Там тоже что-то наподобие того. И я опять вызвал дождь. И пошло сохранение. Просто посмотрите, какая она чудесная. И божественная просто. В прямом смысле этого слова божественная, потому что вы играете за Бога. Вы можете создавать музычку, вызывать дождь. Что можно еще нужно человеку? Богу. Мне лишь нужна только борода. Я убрал дождь. Заиграла. Что? Что происходит? Встает утро и сам Иисус кричит нам. И это... Посмотрите на этот рассвет, не сказал закат. Это просто офигенно. Почему не появляются домики? Не знаю, жизнь какая-то должна быть. Я сейчас наколдую жизнь. Но почему-то наша игра стала крутиться быстрее. Остановилась. Смотрите, я играю, она ускоряется. Офигеть, я вызвал снег. О май гад. На ваших глазах гораздо скрутится быстрее. Я убрал облака вот этой кнопочкой. Нужно играть что-нибудь. А, и куда зима кончилась? Я... И наступила весна. Вы только посмотрите. Листва, она... Она опала. Точнее, она растет заново. Она опала. Мы играем... И все, планета, гора крутится быстрее. Главное только играть. Буквально за один день у нас кончилась зима. В общем, я думаю, можно на этом закончить. Потому что больше ничего в этой игре, наверное, скорее всего, не произойдет. Я не знаю даже. Гроза начинается. Ну-ка, я хочу наколдовать. Я хочу убрать это все. Уходи! Тучи! Бу! Бу! Я сказал бу! 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 Я раскручиваю планету. Одной такой кнопкой.
О май гад. О май гад. Только что кончилась ночь. Буквально за секунды. В общем, если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, пальцы вверх. Обязательно покупайте эту игру. Ну, с вами был Мистер Баннер. Всем удачи, всем пока.